Физкультурно-оздоровительный комплекс. Арина здесь с классом ходит в бассейн. Проводила ее немножко. Дальше буду сама ходить. Плавать я сама очень люблю. С удовольствием ходила бы в бассейн, если честно. С Артурчиком бы тоже походила бы. Было бы здорово. Все, стоп. Ой, пришли, попровожали Арину. Да? Малифусичек мой. Малифусичек. Хорошо погулял. Хорошо. Понравилось. Да. Скажи, ой, подышал свежим воздухом, да? Ой, здорово как. А теперь будем с мамой дома балдеть. Ой, балдеть, раздеваться. Вот так вот, потягушки у нас. Итак, обновляем наш стол. Снимаем рецепт. Роллы такие классненькие. Очень удобно. Гупрошку нашу ставим. Да, Вова, на штатив. Получается вообще так удобно, так классно. Штатив я уже убрал. Да, штатив уже сложили. Вот, здорово. Гупрошка вообще прикольная. Такая маленькая. Такая прикольненькая. Ну, горячая, капец, потрогай. Покажи. Ну, что себе разогрелась. Так что вот так вот. Столом, конечно, я очень довольна. Вообще шикарно. Я почти села 24. Кстати, кусачка тут чуть не стянула, была вот этот целый ролл. Отгоняю тут котов отсюда. Рыбой-то пахнет, нори. О, кусачка. Кусачка. Вот так вот. Воюем тут с котами. Привет, Тоси! Как дела? Как дела? Мы снимаем в темноте. Совсем в темноте? Почти в полумраке снимаем. Ты, Арина, так быстро камеру не ворочай. Немножко сделай голос Артура. Сделал голос Артура. Мама. Ну. Привет, Тосики! Гу! Гу-гу-гу. А ты что сказал? Ты сказал гу? Гу, я сказал, да. Это ты сам говоришь? Конечно, кто ж еще? А это ты скажи, мама. Мама. Папа. Папа. Баба. Баба. Арина. Арина. Это очень сложно. Света. Света. Арина. Арина. Как? Арина. Арина. Ну, Лина. Хорошо. Вова. Вова. Лёня. Зачем Лёня? Мы не знаем, какого Лёня. Какая разница, Лёня? Давай. Лёня. Нет, всё, ну, так останавливай, если закончил. GoPro, стоп! Не, я не хочу ещё тебя. Нам на 5 минут еще, потому что он растянул. Вообще надо стоп-видео сказать. Я знаю. Ну хватит, хватит. GoPro стоп-видео. Съел, твои носки, 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 носки. Я съел твои сиськи, 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 сиськи. Я съел твои носки, носки, носки. Я съел твои носик, 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 носик. Я съел твои мяшки, мяшки, твои уськи, уськи, уськи. Я съел твои носки, 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 носки. Я съел твои. Вот так вот мы с утра хохочем. Я съел твои уськи, 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 уськи. Я съел твои носик, 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 носик. Я съел твои уськи, уськи, уськи. Я съел твои уськи, 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 уськи. Я съел. Ой, такое чувство, что на носик, улице носик, пошел носик, дождь. Носик. Надо сейчас я на улице съем, погулять. Сейчас пойдем. Носик, сколько носик, у нас? 11 часов. Всего
Ну что, насмеялись вместе? У меня позвоночник скривился. О, боже, я его разомнуть не могу. Ну что ты, насмеялся? Смехотунчик. Сейчас собираемся, идем гулять. Съем твои сядьки, пуски, носик, хватки. Вот это у нас сегодня в модных штанах. Вот она нас одевает. Ты знаешь, что ты сейчас мыться пойдешь? Знаешь, Артур? Тёп-тёп-тёп пойдешь, да. Не говори тёп-тёп-тёп на камеру. Чего? Не знаю такого слова. Потому что оно означает что-нибудь другое. Не знаю, тёп-тёп мыться. Тёп-тёп пойдем. Пойдем, сейчас изменилось. Читаю до 5. Посмотрите, напишите в комментариях. Раз. Так, написали. Тот, кто написал, что у него появился ракес, тот угадал. Молодец. У Артурчика и ракетик. Вещь папу. Это я его сейчас причесала. Так, волосики уже длинные. Здорово. Такой прикольный. С фигой. Классно, да, свечкой. Не, нету фиги, нет, он просто так сложил ручки. Кажется, что так сложилось. Я не буду делать попкорн. Сейчас будет стрелять уже. Алина попросила. Так, процесс уже пошел. Потихонечку. Классно. Ну, все, осталось подождать чуть-чуть. И готово. Он готов. Сегодня даже не подгорел. Обычно он у меня частенько подгорает. Но сегодня вообще просто шикарно получился. А еще я тут купила такие хлебцы. 100% рис. Без соли, без ничего. Они такие вкусные. Вообще шикарные. Вчера пачку съела за раз. Сегодня тоже съем. Вчера с помидоркой ела и с нори. Вкуснятина. Сегодня также буду кушать. Кстати, очень сытно, очень насытило. Вот, а второй заход у меня. Здесь, кстати, лучше видно. Мне так классно. Очень быстро дома делать. Кстати, намного дешевле, я вам скажу. Можно сюда добавлять, можно сахарной пудрой посыпать, можно солью мелкой. Я с медиком Марине делала, ну, потом заливала. Разные варианты. Можно специи какие-то. В общем, всегда разный вкус можно делать. Артурчик. Примерим ему новый комбинезон. Такой прикольный. А, вообще. Вау, посмотри, ты ж не видел. Ух ты. Какой смешной. Оранжевый такой. Видишь, тут написано I'm friendly. Я дружественный. Или... Дружелюбный. Дружелюбный, наверное. Я дружелюбный. Ты дружелюбный. Классно. Дружелюбный. Такой интересный. Дружелюбный. Такой интересный, он кнопочки. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Первый раз такое видела. Да, ой, да, Юлечка, да. Же, побегу сейчас, как побегу. Как побегу. Такой яркий теперь стал в комнате. Это мы не яркие. Он Вова черный. А ну у меня розовая майка. Ладно, я яркая. А Артур у нас ярче всех.